А тут-то кода буду я закрываю. Я не могу, кода. Ну, как бы люди это окунут прошлый век. Это уж как бы люди сидят, код это уже прошлый век. Для меня код это не прошлый. Не знаю, гулять пошел. Ага. Вот наверх. Вот так прямо идти? Да, еще. Или вот так? Вот так идти, наверх выйти, потом повернуть туда. А. И там дальше будет 7 маршрут. Спасибо. Кроме 76-й. Ясно, спасибо. 76-я, они в другом месте. Наверх, потом туда. Пойду падаем. Вот такие люди некультурные взяли, поломали дверь. Мы ее, конечно, закроем, потому что идея типа поломанный домофон иметь как бы у нас нет. Оно даже не закрывается, я вижу, домофон не светится. Поэтому идеи домофон у нас как бы нет. Поэтому идея его расстрелить. Вот так у нас. Я вижу, появилась. Идея его расстрелить.
По-моему, что и будет. Типа, например, в автопремьере в ближайшее время должно, как бы так сказать, быть. Да, премьера должна быть в ближайшее время. Я не знаю, на какую тему будет премьера, но она обязательно ближайшая. Время так и так вот будет. Дорога девушки вам не видать. Данных включено. Вот хорошая передача данных пошла. Как бы вот что стоит заметить. Сейчас, если удастся, это тикрини с этой кисой. Как оно вот удастся, непонятно. Ну, думаю. Ну, а с этой кисой тикрини. Киса, иди на руки. Иди на руки, киса. Шо? Такая киса. Киса такая приятная. Здрасте. Здрасте. Ну где кота взял? Живет тут кот. Порядку охраняет. На мышей охотится. Я только вышел посидеть вот в своем дворе возле грядки. Ну а кот, он вон она как охотится. На голубей больше, потому что голуби все грядки выклевывают. Потому что сверху серую белыми какашками. Поэтому на голубей, думаю, больше охотится кот. А мыши, они как бы идейно, что не бегают тут. Вот. Как-то так вот.
Меньше они как бы идейно тут не бегают. Ну. Думаю, охоту на голубей кое-какую неудачную, но все-таки показать мне удалось. Только что, конечно, мелко. Поэтому за качество съемки я не отвечаю, сразу говорю. Но идейно, ну вот так вот как есть. Идейно есть, и так вот. Как бы киша идейная тут. Киша тут как бы идейная, да. Вот тут уже вот первый цветочек расцвел. А этот вот второй еще не расцвел. Дальнейшие еще пока не собираются расцветать. Вот тут все посажено такое, на грядках деревья растут. Так что... Думаю, в целом идейно. В целом она сделана тут как бы идейно, вот так вот, что сказать. Это всегда вот, когда хочешь пойти, то какая-то машина едет прямо на тебя. Вот так вот всегда получается. Когда хочешь пойти, то какая-то машина все время едет на тебя. Да я уже к этому как бы привык. Я уже к этому как бы привык. Красивая вот машинка. Я сам нормально. Вот потеплело наконец-то. Снег растаял, потеплело наконец-то. Пошел гулять. Посмотрим, как кто-то откопал побукел. Вообще, думаю, пипец. Это у нас такой переход затертый.
А что думаешь, не пипец разве? Вот, смотри. Сейчас как бы вот так вот. Как бы оно вот так вот, я покажу. Я покажу сейчас. Аллея памяти закладено на честь 50-річчя визволення Дніпропетровська від немецько-фашистських загарбників, учасниками боїв, що входили до складу армії. Перше – гвардійської, сьоме – гвардійської, восьме – гвардійської, шесть – точка, дванадцять – точка, 37 – точка, 46 – точка, 57, п'ять – гвардійської танкової, 17 – повітряної, 213 – українська фронтової, 25 жовтня 1993 року. Такі от справи, якщо що. Якщо що, то я з України, поэтому діла как бы вставляю иногда по-украински, потому что не все слова говорятся по-русски, которые у нас тут есть. Например, прочитать что-то по табличке нельзя. Идейность какого-то русского языка, когда табличка по-украински. Я так думаю, для того, чтобы не ломать голову, это сказать можно. Цените труд тех, кто для вас выводит красоту и чистоту. Давайте поценим труд. Потому что моя города Борис Филатов старался и наводил для нас вот эту вот красоту. Давайте поценим чисто. Идей на труд его. Не знаю, что такое. Ну чисто символически так перевернула камеру. Я даже не успел сказать, да. Сказать не успел.
Что-то сегодня никакого человека нет, чтобы просто комментировать. Вот то, что происходит. К сожалению, как-то вот так вот. Да, как-то вот так. Чудо спит.